Это не приготовление еды, это создание портрета. Только вместо красок и гуаша – продукты. Необычна не только манера. Не слишком обычен и герой новой работы. Это 45-й президент США. Цвет играет в том числе и символическую роль, говорит Павел. Для меня деньги играют роль значимую, но не ведущую. Укроп, в принципе, зелень любая, это для меня ассоциация с деньгами. Некоторое время назад автор изобразил Ван Гога, используя чай и хлеб. А Бейонсе подошел шоколад в качестве материала. Продуктов много. И у каждого свой вкус, не то что вкус, а у каждого свои свойства по отношению к тому, как они будут ложиться на картине и как они в итоге поведут себя потом, когда высыхают, например. Да? Пока с помощью пищевых продуктов созданы 10 портретов. В планах и мечтах организация выставки. В числе изображенных есть Леди Гага, портрет из фруктов, и Елизавета II, овсяные хлопья. Но проблема с продуктами заключается в том, что они портятся и высыхают, говорит сам автор.